здравствуйте еще раз. У меня осталась еще краска после работы с Ленечкой. И, в принципе, не жаль было его выбрасывать. Поэтому хочу сделать технику скольжения из остатков. Я вот вылила краску вот так. И сейчас я одену перчатки. Эта краска, кстати, ее тяжело отмывать. Особенно, когда она с растворителем, с флотрол. Или даже обычный растворитель. Вот, и пока мое дитя обедает, я решила использовать вот эти краски, которые остались. Чем я буду размывать, так сказать, разглаживать. Вы знаете, у меня нет такого пластика, который обычно используется, который рекомендует использовать. Я буду использовать влажные, слегка влажные полотенца. Бумажные. И сейчас попробую. Вот. Что получится, то получится. Просто говорю, жалко мне было выбрасывать. А эту технику мне бы хотелось изучить более досконально. Работа из остатка. Значит, можно так смотреть, можно так смотреть. Да, мне нравится, не знаю как вам, а мне очень таки нравится. То есть вам остатки никогда не нужно выбрасывать, на них очень удобно отрабатывать технику и смотреть, вот как что получается. Потому что даже если что-то не получится и вы выбросите, скажем, вы не будете довольны работой, то все равно это не так страшно, потому что все равно вы должны набивать руку и учиться, как говорится, понимать взаимодействие вот этих красок и растворителей. Если вам понравилось, не знаю, видели вы, вот, если вам понравилось, ставите лайки и до следующей встречи. Пока!